человека в момент удара. Оп! Это удар! Спиннинг-бэк, кик, и Леку раскрылся и встретился с пяткой Бадра Хари. Рефери поднимают. Яй-яй-яй! Ёлки-палки! Да что же это такое? Вот это да! Только что Хари лежал пластом. И так навстречу щелкнут. Воробей опытный, вот, посмотрите. И тут же прорывается в клинч. Ой-ой-ой! Да нет, ну, куда там клинч? Потерялся. Да. Ну, просто отошел Бадр Хари на нужную ему дистанцию и выстрелил с дальней левой ноги. Да, за шаги назад. Прекрасная сторона. И вот справа попадает точно то, о чем я говорил, случилось. Как смотрит. Как убедительно стоит. Рефери предложил Дагу. Правило K1. Один удар на первой же секунде. Не понял Остожич, что произошло. Сюрприз для Эрла Циммермана. И вот ответ. Вот это похоже на Бадра Хари. 1-1. Можно так, по-футбольному. Так же, как... Все. Это финал. Финал, в который выходит Бадр Хари. Эрл Циммерман по-пластунски передвигается по рингу. И подняться нет сил, потому что ураганный огонь. Дистанцию успевает пробить защиту. И сбоку вонзает свой знаменитый прямой справа. Рефери останавливает поединок, потому что такая глыба, как Глок Фейтоса, покачиваясь, бродит по рингу. Beautiful right hand to the head. There you go. A beautiful shot. No, the fight's over. There you go. Nobody does it again. The crowd go out. Мускулатура такая развитая. И удар солнечное сплетение. Удивительный удар. Удивительный. Вот Бадр Хари весь в этом. Удивительно. Давно ничего подобного не было вообще. Редчайший нокаут, на самом деле. Один из тяжелейших, на самом деле. На мой взгляд, потрясение. И вновь Руслан бросается в атаку. И нарывается на очень короткий, но точный удар. Мгновенно встает. Однако рефери останавливает бой. Ну и зрители, понятное дело, возмущаются. Они хотят видеть совершенно другой поединок. Ой-ой-ой, вот это удар! Вот это да! Какой апперкот! И все для Мурата Бузиди за... That was horrible, wasn't it? As he was leaning against the ropes as well. I don't think you'll get up from this. No, I think it's all over. Can't breathe, can't get up, so knockout for Bader Hari.